Всем привет! Вот решил показать вам, как у нас в Питере наступила весна. Просто сегодня был какой-то коллапс. Идет снег, прям метель, целый день шел. Снег, метель, все занесло. А температура где-то минус один, минус два, наверное. Под ногами начинается образовываться каша. Ну, в общем, в принципе, нам-то ни почем. Я просто хочу показать вам, что творится у нас в Питере. Это тем, кто не из Питера, чтобы знали, что у нас вот такие холодные деньки наступили в апреле. Как раз после Дня космонавтики. Снимал как раз через окно своей квартиры. Вот, потому что не решился открывать окно, больно холодно было. И ветер сдувал. Вот такие дела. Все, это просто такой маленький репортажик, по-быстрому называется. Все, всем пока, всем привет. Приезжайте к нам в Петербург, у нас снег. Пока-пока.